скажем так, на себе я это не ощущаю. Наверное, ну, в магазинах ощущаю какое-то присутствие паники, рост того сего. Опять, это все очень, с одной стороны, смешно, с другой стороны, совсем не очень интересно. Это опять какие-то волны, это всегда было, опять всегда будет, какая-то вечная история. Нас кто-то за нос водит туда-сюда носом, в один угол тыкнут. Какой-то евро, какие-то банкиры выступают, нам какие-то графики рисуют. Это просто какой-то ужас. Мы с женой сидим вечером у телевизора и просто смеемся в голос, потому что мы не понимаем ни слова из того, что вырисовывается график. Какое это отношение имеет к нам, совершенно непонятно. И никто этого не знает, никакого отношения. С другой стороны, значит, кому надо похудеть, похудеют немножко. Надо быть поскромнее, так вот, ну, вспомнить там про какую-то совесть, если она есть, а если ее нет, то как почитать про это слово. Просто быть поскромнее. Очень жалко людей, которые, ну, вот, скажем так, бедные, старики. Их очень жалко в этом смысле. Вот надо туда все наши, наверное, усилия, вот, то, что называется обществом, стараться помогать, потому что впадают в уныние. Уныние – большой грех, и нехорошо от этого. А так вообще наплевать.